Так, шестая серия. Красноярск, Иркутск. По ходу движения буду зачитывать некоторые комментарии и на них отвечать. Так, позади остался Шарагул, населенный пункт, и Шуба. Впереди населенный пункт Телюшка. Телюшка. Справа, по ходу, железная дорога на разном удалении от трасса Р-255, Сибирь. Условия движения вполне комфортные, и состояние дорожного полотна, и видимость. Показывала прибытие в 2:55, где-то так, по-моему. Но из-за последней остановки, последней заправки, теперь показывает 3:13. Ну ничего, попробуем еще отыграть. Дорога нормальная, ровная. Те, кто хают дороги, вот посмотрите реальное состояние. Так, ну а сейчас показывает расход уже 6,4. На улице минус 16. Поговорить не с кем. Когда видишь такие машины с бревнами, сразу вспоминается фильм «Пункт назначения». Кто не смотрел, посмотрите. Прикольный фильм. Их там порядка 5 или 6 серий.
Роснефть, конечно, редкостная гадость. Реклама. Но в кафешке, где я ночевал, там еще хуже. Молодец. Кушать я там не рискнул. Так, кофе попил и все. Тем более покушал я за час до этого.
пропускает кого-то. Я даже не вижу, где он начинается и где заканчивается. Вот, вот вы видите, сейчас слева через лес его начало. И заканчивается где-то далеко назад. Или
Собаки, вы что, совсем наглые? Гостиница справа. Закончился. Далее у нас более-менее такое большое, это зима, затем Черемхово, потом Усолье Сибирское, Ангарск, Иркутск. Красивая поземка. Красивая, но опасная. Остаток последний раз, когда проверял, на 48 километров, сейчас показывает на 56. Я надеюсь, пока доеду до Иркутска, смогу до 70, до 80, может, догнать остаток. Может и достал.
6,3. Смогу ли опустить до 6? Или 5,9, 5,8? Листрянка направо. Насколько я знаю, Листрянка где-то в другом месте находится, за Иркутском, на Байкале. Какая-то другая Листрянка. Так, сообщение, комментарии, которые поступили к этому времени. Ядро в своем амплуа, пишет, но с Новым годом, Александр и Валентин. Вот что предложу. Вы промежуток Пермь-Екатеринбург ездите через Кунгур. Мое предложение проехать другим путем через Часовой, Нижний Тагил, Северному тракту. Вот вам новогоднее предложение. Да. Без комментариев. Александр написал: спасибо за видео. Радует, что от Камышлова в сторону Тюмени участком трасса расширена до 6 полос. Году в 14-м крайний раз по этому участку ехал, все было куда печальнее. Да, ситуация с трассами у нас налаживается, с каждым годом все лучше и лучше. Так, Константин О. пишет, там, скорее всего, про енисейских киргизов говорилось.
Жил там раньше такой народ хакасы. Считается их потомками. Ну, это так видео Красноярск-Иркутск. Какой-то серии был разговор, помню. Так, Путник 81 написал красотища. Сам давай скорее размещай полное видео. Павел Ивойлов написал спасибо за видео. Прокатился с вами по Москве. Поздравляет с наступающим Новым годом. Благодарю. Артем 33. С наступающим Новым годом вас. Желаю вам только удачи на дорогах. Благодарю, Артем. Тронут. Спасибо. Так, Путник 81 написал. Доброго дня. Так, Путник 81. Есть еще одно место наподобие Ачинска. Это город Находка, а точнее перевалка угля в бухте в черте города. Это надо видеть своими глазами. Сначала не поверил, что люди там живут в таких условиях. Серый лед, черный снег, везде это угольная пыль. Я в Находке не был лет 30, ну лет 40, наверное. Но уже тогда там была проблема с экологией. Я думаю, нашим экологам нужно поднять свою попку от мягких кресел и проехать хотя бы один раз в год по стране и посмотреть своими глазами. Экологов как собак нерезанных, а экология местами просто кошмар. Не очень удачное сравнение собак нерезанных, скажем так, как грязи на улице в слякотную погоду. Геймер Лексус пишет, когда будет видео «Поезд Москва, Лабытнаги». Ну, много скопилось видео, очень много скопилось видео для обработки из окна поезда и из окна автомобиля. Просто катастрофически не хватает времени. Очень низкая производительность ноутбука. Сейчас задумался над вопросом приобретения. Давайте еще разок проверим запас топлива в километрах. Топливо на 358, ехать 294, на 64 километра. Так, комментарий к видео «Мошенники на трассе». Эрика Фикс написал или написала: «Одень маску на рожу, 3.14 дор, ведь рожу цыганскую за версту видно». Очень резкие комментарии к видео «Мошенники на трассе».
Ядро, ядро, со своими пожеланиями. И повторюсь, я слежу за косяками датакам 6 Макс, с его тупостью и зависанием съемки. Видос во время движения обрывать. Я не помню, что он написал. Обрывать, не обрывать. Как обрывать? Когда узнаешь, что битые файлы только... только при просмотре выявляются. Ну, решение уже принято. Поменял датакам 6 Макс на... Датакам 6 Макс на Датакам ДУ с двумя видеокамерами. Очень хорошая машина, хорошая задумка, но повторю, что сыровато, нужно дорабатывать. А так идея замечательная. Поменял и хватило буквально на 4 часа движения. Температура. Температура регистратора поднялась до 96 градусов. Он мигнул на прощание красным светодиодом и приказал долго жить. Решил, принято решение поменять датакам ДУ на датакам 5. Ознакомился с интерфейсом, очень интересные функции. Вот, надеюсь, в ближайшее время провести тестирование и показать, как работает Datacam 5. Все там замечательно, но одно плохо, то что две карты по 32 гигабайта. Для меня это очень мало. Ну, будем что-нибудь думать. Так, ядро, ядро, в своем амплуа. Что-то вы про Якутск сказали, но что-то мне захотелось на вашем канале Валентину пройти север, Архангельск, Воркуту и Салехард. Нету на вашем канале. И юга Урала, Сибири, Оренбург, Орск, Магнитогорск, Челябинск, от Омска в сторону Барнаула, Новокузнецка, Абакана. Сотни раз проезжали Новосибирск, Кемерово, Красноярск. О, пускай Валентин задастся на восток проехать, но через Ленинскую родину, Ульяновск. Так, знаменитый ядро-ядро, продолжаю. Ему написали, что-то не вижу тебя среди подписчиков в группе ВКонтакте. Отвечаю, к сожалению, члены моей семьи не разрешают в ВКонтакте мне регистрацию проводить. На Ютубе у них без палева комментарии ставлю, они только про это не знают. Вот так. Моя семья не знает. Проект «Видео Дорог России» и вообще не знает о просмотре ваших видео. Что тут такого секретного, что тут такого... К
криминального. На видео «Дорог России» размещается справочная информационная информация о трассах России, инфраструктуре. Ну и ничего, на мошенниках на трассе иногда. Ну и ничего больше криминального я не размещаю. Так, ну я Плотнику отвечал уже, как написал, что рано еще радоваться за мозг в Якутске. Ответ был неоднозначный. Нужно посчитать, выгодно ли будет строить мост и какой будет эффект для региона от постройки. А то, что люди там мучаются, это не в счет. Но буквально через час или через два после того, как президент ответил на вопрос о строительстве моста от Якутска к Нижнему Бестиху через реку Лену, выступил глава Республики Якутия, который четко и ясно сказал, что эффект будет потрясающий, что огромный регион с огромными ресурсами, вот ему необходим мост, это как воздух. Я почему-то убежден в том, что в ближайшее время будет принято постановление о строительстве моста через реку Лена. Так, пользователь Назира Ашурова попросила консультацию по трассе Москва-Тюмень. Спрашивает, как лучше ехать, через Татарстан, Башкирию или через Пермь. Ну, я ответил. То северный вариант. Да, Владимир, здравствуйте. Еду в пути, с утра пораньше выехал. Ну, сейчас вот не помню, сколько показывал навигатор. Но ориентировочное время прибытия около 3 часов дня. Вот это получается через 3 часа. Ну, плюс мне еще понадобится время заехать на мойку. Ну, где-то час заложу, наверное. Тогда буду ориентироваться где-то к 4 часам. Я думаю, что это до 4 будет. Вот. Ну, вам как, заранее еще набирать или так и будем ориентироваться?
Хорошо, хорошо, договорились. Все, тогда на связи. Ну, я ответил Назире Ашуровой про два варианта. Это северный вариант, который бы я предпочел. А второй вариант – это через Нижний Новгород, перевал Уральские горы. Ну, я предпочитаю, конечно, обходить стороной перевал. Что южный вариант, он все равно ведет через Уральские горы. Что восточный вариант, тоже через Уральские горы. Северный вариант, дорога в Костроме не очень хорошая. Интенсивность движения слабая, инфраструктура слабо развита. Но, тем не менее, предпочитаю вот в Тюмень, Екатеринбург, это ехать по северному варианту. Последний показатель у нас по топливу были 64 километра запас. Сейчас показывает
встал в 8 с копейками, 8.15, 8.20 где-то. Пока кофе попил, пока умылся, собрался. Ну да, да, по местному в Москве это 4 утра. Ну, надо было набирать, что. На самом деле Яндекс.Навигатор в другое место вел меня. Я когда этот забил в этот в навигатор, этот гостиница Магистраль, он меня вел туда, где
где находится именно сама гостиница. Не это, не администрация, а где именно сама гостиница. А администрация, ты, ну вот, я не знаю, где ты смотрел, как ты смотрел. Я, короче, вот как ты мне объяснил, я так и ехал. Переехал через мост, раздвоение, останавливаюсь, и она была не с правой стороны, а с левой стороны. Вот. Ну, в общем, ладно, уехал в другом месте, ночевал. Ну, лег тоже поздно, наверное, около 3. Да, я не знаю, что-то не спалось. Да, нормально, оно перебросилось еще до того, как я уснул. Остановился, не работает замерзайка. Но если она при минус 3 не работала, сейчас минус 12. Остановился на этом, на заправке, помыл стекло, выехал и забрызгали все. Сейчас 84. Не совсем прям, не ужасное, но и не идеально чистое. Сейчас остановлюсь. Впереди опасный поворот. Ограничение 70. Сейчас остановлюсь, да, где-нибудь. Помою, выйду на трассу, опять забрызгаю эти фуры. Пока их обгонишь. Да как недалеко, пап? Далеко еще до него. 100 с лишним. До Иркутска 160 где-то. Нужно скорость. Километров 120, наверное, до Уссурии. В 80 километров, тогда минимальный расход топлива. Да он сам звонит. Спасибо, нужно иметь в виду, что спуск. Спросил, как дела, чего. Я говорю, выехал уже давно, еду. Бензин. Там договорились на 4 часа ориентировочно местного времени. Я сам могу. Он вызовет мне какой-нибудь дорогой. Зачем мне это? Если придется вызывать такси, то я сам его вызову. Проложу маршрут так, как мне нужно, через центр города, чтобы провез меня. Да, это я знаю. Впереди опасный поворот. Понятно. Ограничение 70. Спят еще, да? Вечером, да, он вырубился? Это он со вчерашнего дня так и не просыпался? Не бодрствовал, не играл, ни мультики, ничего, да? Надоело уже, а?
что наоборот-то? Ну да. Ну так, местами облачно, но снега нет. Да, смотрю, смотрю. Короче, надо мне просмотреть, я думаю, что там есть. Может, они как-то по-другому называются, может быть, я не знаю, там в другом месте перезаписались, не знаю. Зачем он мне? Чтобы машину глушить? Зачем? Да мне и так нормально. Мне и так нормально с пледом. Да ничего, молчат почти все время. Особо. Пробок нету. Местами. Сейчас вот чистое пошло. И так иногда заметено, занесено. Нет, не идет. Так по бокам лежит немного. Я на этот ориентируюсь, на ежемесячную сумму. Ну, потихоньку растет, растет, растет. Да, видел, да, там 2033. Нет, 2033. Ну, это я когда вчера или сегодня смотрел. Да? Как-то быстро. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. А ты ее потом замерь. Градус. Да-да-да, сколько он этот должен быть? Тот был 15, да, или сколько, не замерял? Но ты не замерял, да? Он по расчетам должен был быть. Ну да, я понял. А ты замерь вот этот, посмотреть, интересно, сколько он будет. Если также около 15, ну смысл в тех дорогих. Бродит очень долго. А результат... Ха...
рядом гавкает. Да. Надо сфотографировать и отправить в этот мой город или как там. Слушай, а там лифты не покрасили случайно? Но если бы покрасили, обратил бы, потому что воняло бы краской. Вчера соседка какая-то звонила с 10 этажа, спрашивала про какой-то интернет новый, что-то объявление там какое-то повесили. Я сказал, что ничего не знаю, так как в командировке нахожусь. Нет. Ага. Ну, здесь вот сейчас минус 13. А что было-то? А что там на М4? Это ты по телевизору смотрел или где? Да? А то мне это, Саша скинул видео, где камера с этого, с трассы Дон, камера стоит на трассу, и там этот все снегом заметено, занесено, написано «Сегодня Воронежская область». И я такой в памяти вспоминаю, начинаю копаться, нахожу и говорю: «Саш, ты мне это видео присылал в марте этого года». То есть в интернете ходит вот эта фигня. Один раз засняли видео, я не знаю, там год назад, и в этом году его могут повторить, там, запустив, там, я не знаю, написав там «Сегодня произошло», там, и не понесется, как сарафанное радио. Это после этого, после Камень-Шахтинского. Да, дергаю этот, пока не очень получается.